Вот так выглядит американский черный орех. Очень похож на айланд. Сейчас покажу айланд. Вот айланд. Сейчас издалека сниму. Вот это айланд. Вот это орех. Айланда у нас полно, очень вонючий, его никто не трогает. Поэтому никто не трогает орех. Сейчас покажу орех ближе. Практически всегда растет по две штуки, иногда вот по одной. Вот такое растение, вот такой ствол, похож на шелковицу или акацию. Вот так они выглядят, орехи в полный рост. Очень полезное дерево. Очищает воздух. Содержит вещество в листьях, которое очищает воздух. Ну, я там ссылки покидаю внизу на статьи. Вот это называется черный орех. Вот такие у него орехи, уже спелые, попадали которые. Орехи очень вкусные, очень полезные. Вот так они выглядят внутри, из двух половинок состоят. Очень трудно разбивать, доставать. Но очень полезно. Поэтому, если где-то увидите такое дерево, знайте, что это американский черный орех. Все, всем пока, до новых видео.